Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 5 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее, 19 выше 0. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов.